Да не знаю, ну и Югра тоже хотела, как бы все хотели выиграть, и не знаю, как бы хороший матч был, напряженный. Вот, они, ну как бы они забили вот сразу же в первом периоде, у нас как-то не шло, мы сделали во втором, до второго периода где-то 33 броска, вот, и много бросков, как бы вот, не заходил вратарь, тоже хорошо играл у них, и Костя тоже у нас как бы играли, как бы вот, и они, ну как бы они хотели тоже выиграть, как бы все хотели, не уступали. Насколько тяжело против таких команд играть, как Югра, которые обороняются всей командой практически? Ну, в лиге нет как бы таких команд, которых спокойно можно обыграть. Конечно, тяжело, когда откатывается, и вот все вот это надо ловить момент. Сегодня они много удалялись, как и в своих предыдущих играх. Кто? Они удалялись? Ну, они в этом, да, в этом матче много, да, у нас было большинство, как бы, ну, надо побольше бросать. Ну, вот. Но, тем не менее, много бросали, и все равно как-то вратарь хорошо у них сыграл. Саша, как-то просил Вячеслав Геннадьевич перестроить игру вот после неудачного первого периода? Ну, по счету имеется в виду, по игре. Ну, были, да, там какие-то изменения, но как бы надо было забить, и вот забил Косицын Андрюха вот гол, и пошла игра, и вторую сразу же забили. Как бы надо было забить, просто вот, вот и поменялось все как бы.